Всем привет, мне такая штука попала в руки. Называется Powerball. Что-то тут написано International и Ultimate Power. Ну, я на самом деле подумал, что это какая-то игра, типа Infinity надо. Ну, только американская, это какие-то так вот шар, типа запускаешь, у кого там дальше проедет. Ну, тут я залез в интернет и понял, что это, в общем-то, просто кистевой тренажер для рук. Ну, вот. И, ну, он гироскопический, короче говоря. Вот ось вращения, да? То есть, когда вращается, оно. Соответственно, здесь колесо достаточно тяжелое, и его за счет этого достаточно тяжело, так скажем, ну, неохотно меняет позицию, поэтому как бы кисть, в общем-то, развивается. Вот. Ну и тут еще ось вращения вот по кругу, да. Вот. Ну, у меня, кстати, оно сейчас не крутится, да, то есть так очень плохо прокручивать, ну, вот от руки вообще. Ну и во время, так скажем, занятий, да, вот. Он вроде поворачивается, но таким звуком неприятным, хрустом каким-то, да, то есть он, похоже, там вот эта ось, она, ну, похоже, грязь попала. Ну, может быть, ее действительно использовали как игру. Вот, запускается эта штуковина шнурочком, вот сюда шнурочек вставляется, закручивается и вытаскивается. Но у меня шнурочка нет, можно будет что-то придумать, но пока я не придумал. Сейчас хочу попробовать смазать. Разобрать мне, к сожалению, не удалось. Вот, сейчас хочу попробовать смазать. И посмотрим, как он потом после смазки будет работать. По-хорошему бы еще и потом как-то промыть. Вот. Не знаю вообще, но может быть и не самая лучшая идея, да, его так смазать, потому что грязь еще лучше будет прилипать. Ну, во всяком случае, эта штука мне бесплатно досталась, поэтому можно попробовать поэкспериментировать. Вот, в общем, смазал. Сейчас попробую. О, уже лучше. Уже лучше вращается прям. О. Пошло, пошло. И вот так вот надо раскручивать. Он, я так думаю, что он, по идее, не должен даже останавливаться. Ну, либо там. Не, ну, конечно, если вы плохо крутите, он остановится. Вот у меня уже останавливается. О, такая вот штука. Ну, усилие небольшое. То есть, ну, я думаю, что, может быть, для тех, у кого какие-то проблемы с кистью, да, восстановление после болезни. Вот. После переломов каких-то, вот, штука, может быть, будет удобная, да, то есть не перекачаться, а вот именно, как бы, держать, так скажем, контроль над руками. Вот, все, всем пока, такая вот штука, Powerball. Раскрутился до бешеных оборотов, вот так вот. Как бы на самом деле достаточно прикольная штука. Вот. Такое приличное усилие на самом деле дает. Кисть уже начинает так офигевать немножко. Вот. Но я думаю, эффективная. Правой рукой, конечно, если вы правша, будет это более удачно. То есть я в принципе сильно не раскручиваю рукой. Он сам раскручивается. У меня уже вот я кручу минут 5, он не останавливается. Вот, вообще тема. Можно так, сяк там. Рука уже офигевает. Тут он на бешеных оборотах крутится. Судя по звуку, там очень приличные обороты. И, кстати, даже особо не греется. Я надеюсь, грязь вся вылетит. Я его смазал. Вот этой смазки. И раскручивал просто от руки. Несколько раз рукой сделал. И все. А дальше уже вот так вот.